С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте. Понедельник у нас, хорошее начало недели. И вообще я подумал о том, что мы давно не пели с вами песен. Вот давно как-то у нас не звучало песен, а тут и повод хороший подоспел. Прекрасный бард с интересной биографией. Человек, который живет между Москвой и Германией. И заглянул в Америку. Ну, сам факт, что он живет и в Москве, и в Германии, и то, что он поет песни, и то, что ему уже, в общем-то, немало лет. Больше, чем 25, и больше, чем 45, и больше, чем ему 75 лет. А песни его прекрасные, выглядит он прекрасно, настроение создает хорошее. Как такого человека не пригласить в понедельник и не познакомить его с нашим телезрителем? Ну, наверняка очень многие из вас знают этого человека. Туриянский Владимир. Это наш гость. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. У вас такая хорошая улыбка. У вас такое, как бы, положительное от вас исходит энергия. Вы всегда вот так улыбаетесь? Всегда у вас такое благодушное настроение? Или только по понедельникам у нас? Нет, я всегда. Однажды, когда я пел в Израиле, в Тель-Авиве, ко мне подошел Вениамин Смехов и сказал: где ты так научился улыбаться? Ну и что вы ему ответили? Я сказал, я не знаю. Вы не знаете. Владимир, значит, есть только много вещей, которые бы я хотел вас спросить и узнать. Ну, смотрите, жизнь вы прожили, в общем-то, такой кусочек хороший. Да. Дай да. Бог еще много-много лет, чтобы вы были таким же активным, как вы сейчас, потому что вы сказали: вот я сейчас не очень хорошо себя чувствую, поэтому не пошел поход, поэтому я там с лыжами пока по времени, поэтому... То есть я понимаю, что вы и бегаете, вы, конечно, и походы ходите, там, на, конечно, Кольском полуострове, где вы еще были, в горах южных, да, Урала, да? Да, на Полярном Урале. Поэтому я понимаю, что жизнь у вас активна, и это мы с вами еще выясним. А вот что бы я хотел спросить вас, скажите, пожалуйста, в интернете о вас пишут, что вы классик бардовской песни, да, что вы как бы один из тех, которые начинали там, и там перечисляют Акуджаву, Высоцкого, вас и так далее, Туриянский Владимир. Как чувствует себя классик бардовской песни? Я не знаю, все говорят классик, легенда, там, я это как-то не ощущаю. Я, видимо, лишен тщеславия какого-то там, мне это чуждо, потому что я за годы советской власти привык, так, в общем, к неизвестности, потому что я нигде не выступал. Потому что это бардовская песня, да? Это бардовская песня, это не подцензурное искусство, поэтому мне хотелось быть услышанным. Поэтому я и выбрал эту стезю, и поэтому я стал петь вот эти песенки. Сколько вам было лет, когда вы взяли в руки гитару? Ой, это мне было мало лет. Это я был в классе 7-8, когда мне в руки гитара попала, семиструнная. И вот с тех пор... Что значит был... попала? Как это? Вот взяла и попала? Или, ну, кто-то, да, был как-то человек, который... Да, как бы... был... Я ходил... Кто вас учил? Кто вас... Вот первого учителя, а кто вас учил гитаре? Первый учитель мой был там безвестный человек, который показал мне 3-4 аккорда. А потом в 1953 году вышел такой вор в законе по амнистии 1953, холодное лето 1953. И он мне он был замечательный, конечно, музыкант, очень здорово играл на гитаре. Я с ним жил в одной избе на 101-м километре. И он мне вот показал действительно по-настоящему аккорды в семиструнной гитаре, и я смотрю, что у вас сейчас тоже семиструнная гитара. Да. То есть вы как бы человек, я не знаю, как это сказать, консервативный или наоборот традиционный. То есть вы не перешли на шестиструнную гитару, нет, что было повально. Вот я начинал на семиструнной, а потом перебрался на шестиструнную, поскольку все играли на шестиструнной. Ну тогда одно время они вообще исчезли, семиструнные гитары. Это вы как бы вот последовательно продолжаете семиструнную. Да. Это в вашем характере? Вот что-то взялся и делаешь. Ну, я просто играю лучше на семиструнной гитаре, чем на шестиструнной. Я на шестиструнной тоже играю. Когда не было семиструнной под руками, я играл на шестиструнной. Да, но вот интересно еще, что в материалах о вас на интернете говорится о том, мы уже сказали, что вы классик. Да. Классик. Но вот некоторые материалы начинаются с того, что говорят, что вы
электромеханик шестого разряда, наладчик аппаратуры, грузчик, слесарь, радист. Да. Скажите, у вас есть высшее образование? Нет, нет. Это вам не мешает сочинять песни? И вам за всю жизнь не хотелось закончить его? Нет, как только я стал, меня обязали изучать марксизм-ленинизм и всякие там диалектические материализмы, так я тут же сбежал из института. Это был институт культуры. Московский институт культуры, да. А вот вы в еврейской семье росли, да? Да, конечно. Но это мама одна была. Мама одна. А отец у вас? Отец в 1937 году был репрессирован и погиб. И вы его больше никогда не видели? Можно сказать, что я его вообще не видел, потому что мне было год и 9 месяцев, когда его арестовали. Да. У вас есть какие-то его фотографии, что-то сохранилось о нем? Сохранили или... старые плохие фотографии, и я из его дела, я ходил туда, КГБ, там, в архивное отдел, и смотрел его дело, попросил фотографию тюремную последнего. Вот все, что у меня есть. Ну, есть старые, конечно, плохие фотографии 30-х годов. Там. А дело вам дали почитать? Вы все да, это конечно, это я его прочел. Да. Это какие годы было, когда вам дали это дело прочитать? Это были 90-е годы. Можно было свободно прийти, да, когда, познакомиться когда с делом началась, своего отца. Когда уже Ельцин пришел, вернее, даже когда Горбачев уже был, тогда уже было можно посмотреть дело. Я пришел, и мне без всяких проволочек выдали. Понятно. Скажите, пожалуйста, я бы хотел, чтобы вначале очень много еще о чем интересно с вами поговорить, но вначале все-таки вы сидите с гитарой. Да. Поэтому, знаете, когда уж человек сидит с гитарой, то он обязательно должен петь. Да, давайте мы начнем с какой-нибудь песни, конечно, чтобы немножко телезрители познакомился с вами. Вот я не знаю, я решил спеть эту песенку. Я катался на лыжах тут как-то под Нью-Йорком. Гора Хантер такая есть. И там в сувенирном магазине увидел маленький значок «Remember Snow». Помню о снеге. Да, помню о снеге. И вот я написал такие песенки, потому что снег... Вас впечатлило вот это вот романтичное «Помни о снеге». Да, но это просто поэзия настоящая, вот в этой маленькой... Это значок был, да? Это был значок, на котором было написано. И ничего, никаких там цветочков не было, ничего. И я написал, потому что снег... А моя память хранит много чего. А снег – это не только просто явление природы, это холод, который там. А холод – это отношение людей и понеслась. Да, конечно. Да, пожалуйста. Я вообще не знаю, я не могу забыть эти годы. У нас это все быстро забывается, к сожалению. Ну, вот эта песенка. Когда уйдет ночная пелена, и стихнут опостылевшие споры, давай нальем бургундского вина, давай споем про ленинградские скоры, за тундру черно-белое кино, за годы, что как птицы улетели, мы будем пить французское вино и вспоминать про белую метель. Не забывай расстрелянный наш век, колючую грамматику закона и мертвенные глаза, слепящий снег. По берегам долины Амалона и как незаживающий ожог щелчок затвора, пять шагов из строя,
смирительной рубашечкой снежок. И двойка вологодского конвоя. Нам здесь тепло от пламени свечи. И здесь не нужно думать о ночлеге. Мы будем пить за тех, кто там в ночи. Я скажу, не забывай о снеге. Да, вот действительно, для творческого человека вот какая-то, я знаю, соринка, пылинка, листочек может стать, да, поводом, зацепить. Как у Блока однажды, да, на ноже найдешь песчинку дальних, пылинку дальних пылинка стран. Да. Однажды вот на ноже помни, карманном найдешь помни, песчинку о дальних снеге. Стран. Скажите, как часто вообще вы думаете об отце? Да часто, конечно. Ну, я его не видел, к сожалению, но забыть это невозможно никак. В вашей жизни есть как бы такие моменты. Вы, когда отца посадили, расстреляли, вас сослали. Куда? В Казахстан? Казахстан. В Казахстан, да. Вас сослали, и там вы жили до окончания войны. До 46-го года. До 46-го года. И вот, живя в Москве уже, в, да, как бы в возрасте, после всего, пройдя жизнь, вы вдруг решаете эмигрировать в Германию. Я повторяю, Германию. Да. Это в каком году это было? Это был начало этой, так сказать, кампании было в 98-м году. Угу. А получили мы разрешение в 2000-м. Я немножко не понимаю. Вот объясните мне, пожалуйста. Вы решаете эмигрировать в Германию. В то же время вы еврей. Да. Есть, были варианты в 90-м году, там, уехать в Израиль, там, в Америку. Да. Вы этого не делаете. И едете в Германию, с которой у вас свои счеты. Почему, да, вы это делаете? Ну, это не моя была инициатива, это была инициатива жены. И жены? Жены, конечно, это она. Почему вдруг ей захотелось... Она испугалась за меня. За вас? Это были вот 90-е за годы. За вас как барда, за как вас еврея. Как еврея. Да, конечно. Это было смутное время, память, там это знаменитое там общество, там все эти там, в общем... Не очень хорошие времена были, когда это все это гуляло там. И она сказала, давай уедем. Родители ее, которые не дали бы никогда, там, не позволили бы ей уехать, к тому времени уже умерли. А чем занимались ее родители? Папа был профессор МГУ, университета на географическом. А факультете. Дочь вышла замуж за грузчика-слесаря? Да. Это возможно было? Возможно. Ну, что и что, и родители это нормально воспринимали? Родители или вы подписывали договор, что вы будете учиться, или что, как это было? Нет, я ничего не подписывал, ничего, просто, ну, существует понятие такое, как любовь, там, ну, я не знаю, конечно, это разве это важно, кто я был, грузчик или... Или там не, доцент. Ну я доцент, просто доцент. Я помню. Конечно, может быть, все... желательно было, чтобы был доцент, но. С его кафедры. Но, к сожалению, там любовь зла, да, как говорят. Любовь зла. Ну что ж, очень прекрасно. Я рад, что у вас такая. Ну, поскольку она тоже геолог, и я геолог, у нас много общего было, поэтому. А я уже к тому времени не был грузчиком, я уже был электромехаником. О, это выше. Да, наладчиком геофизической аппаратуры. Но, по крайней мере, вы не были студентом МГУ. Да. Нет, нет. Я поступал в МГУ, но не поступил. Да, у меня такая была резолюция. У меня была одна ошибка в эпиграфе. Мне поставили двойку на сочинение, которое первое было.
Я пошел разузнать, в чем дело, почему? У меня всегда были пятерки, там в школе до сих пор мое сочинение висят, как лучшее. Они мне говорят, вы недостаточно раскрыли образ Маяковского. Я говорю, извините, покажите мне человека, который полностью раскрыл Маяковского, полностью не раскрыли. Ну, поскольку там с пятым пунктом всегда было не очень там благополучно, а это были годы, это был 67-й год, поэтому я не поступил. В это время вы уже писали песни, вы уже пели? Да, я первую песню написал в 57-м году. Это как-то откликалось, вот то, что вы переживали, вот то, что вы сталкивались при поступлении или вообще в жизни, и то, что вы пели, это каким-то образом пересекалось? Ну, конечно. Конечно, все это я песни писал, я ничего не выдумывал, я писал только то, что видел и хотел, чтобы мир увидели моими глазами, а у меня было достаточно... И мир видел, как вы думаете? У вас были люди, которые разделяли с вами... Конечно, вы чувствовали это, да? Очень много было, мои записи ходили вообще по всей стране, легально я нигде не пел, мое имя было в числе многих, включая Высоцкого, Галича, еще там целый список был КГБ там, и во все культурные учреждения разослан был список, что вот этим людям запрещено выступать от Министерства культуры. А вас вызывали куда-нибудь? КГБ с вами вызывали, пыталась найти вообще? Вызывали два раза, но я не пошел. И все нормально? И все нормально. Как только мне приходила вот два раза повестка приходила, я тут же... Убегал куда-нибудь. К счастью, это было все весной, и я сразу уезжал рабочим в экспедицию геологическую. А когда к сестре приходили, где он? Она сказала, я не знаю, где он. Как интересно. А вот на память отца, на что-то связанное с отцом вы писали? Да, конечно, конечно. Его судьба меня волновала. Он погиб в таком лагере. Ухт-Печлак, который называют. А вы были там когда-нибудь в этом районе? Я был, да, конечно. Специально или как так получилось? Нет, у меня там, меня туда приглашали на фестиваль в Ухте, в город Ухта. Угу, он там как раз, этот Ухт-Печора лагерь такой был расстрельный, собственно говоря. Там люди не жили. Вы это ощущали, что вот здесь были последние... Конечно, конечно. Самого лагеря я, конечно, не видел, но вот в этих местах там был. Вы что-то споете? Да, конечно, я пою. Это песенка 60-х годов. В который раз окраины России, снега, гусиный крик, в который раз мы никогда у сильных не просили, не жили в долг, не пели на заказ. Не жили в долг, не пели на заказ. Мы жили от вокзала до вокзала, а по весне, когда растает снег, мы уходили вверх по перевалам и пили воду безымянных рек. Краюху хлебом поровну делили, не делали другим, что плохо нам, и одиночек пятером не били по темным заколоченным дворам. Не спрашивали там, где нет ответа, молчали, где не нужно лишних слов. Расстрелянных по сталинским наветам хранили фотографии отцов. Им на могилу камень не поставят, все меньше тех, кто помнит, не простив. Нам новые учебники составят, дела пронумеруют и в архив. И все же мы смеялись и шутили, как быстро мы успели постареть. За право быть собою заплатили и пели все, что нам хотелось петь. В который раз окраины России, снега, гусиный крик, в который раз мы никогда у сильных не просили, не жили в долг, не пели на заказ. А что значит «не пели на заказ»? Что вы в это вкладываете? Ну, были люди, которые пели на заказ.
Сочиняли те, кто, у кого были компромиссы там с властью, и они пели, раз их пускали на сцену, значит, они пели на заказ. А скажите, вы вот только свои песни на свои стихи поете? И нет, я начинал, конечно, с песен на стихи других поэтов. Я первую песенку написал на стихи Бориса Стругацкого, такая, там стихи были, книжка такая была «В стране багровых туч», где я прочел эти стихи, они мне понравились, и ее до сих пор поют там бродячие люди, кто там ходит в походы, ты слышишь печальный напев кабистана. Он такая романтичная. А всегда знают авторство ваше? Вот вы приезжаете куда-то, вот слышите, вдруг поют где-то там вокруг костра или что. Да. У вас нет желания подойти и спросить, а кто автор? Ну, иногда не знают. Иногда не знают. Иногда думают, что я вообще, меня не, я умер уже, там, такие были случаи. Но вообще, как правило, конечно, те, кто поет эти песни, те знают, кому авторство принадлежит. Хотя вот такой деятель, как Успенский, знаете, там в нашу гавань заходили корабли, там передачи на телевидении, он мою песню использовал как народную, там, вот на старой кобыле со слом в поводу. Понятно. Я знаю, что Аксенов взял, мне кажется, строфу, да? Да. И для своей книги строфу из вашей поэзии. Для одной из книг он взял, да. От Суоми до Китая – это родина святая, та, которую мы любим, но она не любит нас. Понятно. То есть у вас есть песни на стихи чьи-то? Да, конечно. У меня несколько песен. На стихи Светлова, на стихи Кирсанова, вот на стихи Стругацкого, на стихи Леонида Губанова был такой поэт, такой замечательный. А вот что побуждает вдруг написать на... Ну, когда вы сами пишете стихи, это понятно. Да. Это вас как бы какое-то чувство, переживание. А что побуждает вас вдруг, тем более не так много этих стихов, я понял, которых вы выделили, побуждает вас именно выбрать вот это стихотворение? Оно откликается в вас, оно как бы... Видимо, наверное, что-то там двигается в моей душе, потому что я не мог иначе поступить. Причем я уже давно не писал, вот, скажем, песен на стихи других поэтов, но когда прочитал повесть Даниэля «Искупление» и увидел там эти стихи, то я уже не смог. Это не... «Цыганочка», да? «Цыганки», да. Вы можете спеть сегодня? Да, хорошо. Конечно. Сердце с домом, сердце с долгом разлучается, сердце бедное у зависти в руках. Только гляну, как цыганки закачаются на высоких, сбитых на бок каблуках. Вы откуда? Вы откуда, птицы смуглые? Из какой такой неведомой дали? И откуда вас кибитки, лодки утлые, до московских тротуаров донесли? И откуда вас кибитки, лодки утлые, до московских тротуаров донесли? Отвечают мне цыганки, юбки пестрые, к вольной воле весь наш век мы держим путь. Если хочешь, мы твоими станем сестрами, только все, что было, не было, забудь. Отвечаю я цыганкам, мне то по сердцу, к вольной воле заповедные пути. Но не кинуться, не двинуться, не броситься
видно, крепкая привязка, не уйти. И плывут, бегут, звенят, и не кончаются речи смутные, как небо в облаках. И тут звенят цыганки, и качаются на высоких, сбитых на бок каблуках. Хорошая песня. Хорошая песня, спасибо. После песни настолько настраивает на какой-то такой лад, после нее как-то сложно вдруг раз и начать какие-то задавать вопросы, которые я давно хотел вам задать. Но это значит, что ваша песня действует на меня. Я расслабляюсь. Я хочу просто так, просто спокойно сидеть и слушать ваши песни. Скажите, пожалуйста, вот песни бардовские. Вот чем они отличаются от эстрадной песни? И почему в России это так развито было? И сейчас, вот, кстати. Да, ну, мы я потом вот сам над этим очень долго думал. Ну, во-первых, это полное отсутствие фальши, искренность и умение слушать тех, кто приходит на эти концерты. Потому что невозможно... Бардовская песня или авторская песня, она невозможно ее петь для тех, кто не умеет слушать. Я вот все время говорю, кто слушал, тому яблоко, а кто понял, тому два. То есть вы, отсутствие фальши, искренности, в первую очередь. То есть если человек не настроен, он просто не придет, скажем так? Конечно, да? Конечно. Мне кажется, я, боже упаси, я не хочу говорить о себе, но вообще авторская песня – это не подцензурное искусство, это искреннее искусство. Это песенки, написанные не на заказ, а вот то, что в данный момент волновало автора, и он, то, что он видел и хотел передать другим, вот именно это основа авторской песни. Поэтому как бы она особенно была развита в Советском Союзе. Конечно. Где, хотя в какой-то степени можно сказать, что эта песня, авторская песня, она присуща, может быть, какому-то французскому шансону или, ну, я знаю, или американским английским балладам. Ну да, вот в Америке были так называемые песни протеста. Протеста. Были, да. Но ни в одной стране... Кантри-мюзик, как бы народная такая. Ну, народная, да. Ну, там все законопослушные. Германия – это страна законопослушная. Там не было никогда никаких песен протеста. А в России всегда, и до революции, народ пел всегда свои песни. Именно. То есть вы хотите сказать, что это традиция барда, бардовская еще идет с позапрошлого века? Конечно, оттуда. Там можно проследить очень, начиная, ну, я не знаю, как далеко можно заглянуть, но, во всяком случае, это Аполлон Григорьев, там, это Вертинский, это Есенин, песни которого он сам пел, эти песни, это были... Бардовские, конечно, песни, конечно. Но вообще бард мечтает, чтобы эстрадный певец взял его песню и спел где-нибудь в Дворце съездов. Ну, я не знаю, как другие, я об этом не думал никогда и не мечтал. Да и мне никто никогда даже... Один раз мне позвонила Жанна Бичевская и попросила меня напеть по телефону песенки там, для того, что ей хотелось выбрать. Я сказал, извините, я по телефону не пою. Приходите в гости или позовите меня куда-нибудь, где я мог бы спеть вам тогда. На этом наше общение кончилось. Телефонное. Понятно. Значит, мы сейчас с вами сделаем перерыв на рекламу, да, после которой мы с вами обязательно продолжим петь. Уважаемые телезрители, у нас в гостях Туриянский Владимир. Поэт, композитор, бард, исполнитель. И классик, так это написано в интернете, бардовской песни России. С
вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». У нас сегодня в гостях Владимир Туриянский. Бард, композитор, поэт. И, как говорит интернет, интернетовские материалы, классик бардовской песни в России. Ну, не только России, бывшего Советского Союза, поскольку Владимир начинал еще писать песни 50-е, 60-е годы. Очень-очень давно. Прожил интересную большую жизнь и продолжает жить настолько интенсивно, что вот сейчас он в гостях в Америке. А дальше у него планы другие страны. А главное, о чем я еще обратил внимание, когда читал и слушал Туриянского, это то, что он живет сегодня между Германией и Москвой. Между Германией и Москвой, я правильно говорю? Да, конечно. В каком городе в Германии вы живете? Это город называется Вупперталь. Он находится между Дортмундом, Кёльном и Дюссельдорфом. Как вы себя чувствуете в Германии? Вот как вам живется там? Да трудно сказать. Вы спокойны, вы расслаблены. Да, Германия вообще замечательная страна. Но, видимо, я не знаю, я там как-то не прижился. Общем, то есть вы там практически мало бываете? Да, я там бываю так, как бы мне надо там находиться иногда. Периодически, да, появляться. Периодически, да. Поэтому я там бываю. Но все мои друзья, могилы предков там, которых, впрочем, я даже не знаю, где могилы моих предков. Но, тем не менее, Россия для меня это моя родина. Это ваш дом, родина, ваш родина. Да. Я не имею в виду власти придержащие, это уже меня не... А скажите, а вот сегодня Россия, ваша родина, как в свое время, как бы бардовские песни были на учете в КГБ, и барды тоже там уже в списке, вы говорили. А вот сегодня бардовская песня, она совершенно свободна? Вы можете петь что угодно, где угодно, как угодно? В общем, да, я не знаю, я никакого... У вас не бывали случаи, когда вам как бы какой-то цензурные какие-то ограничения или что-то? Нет, ну вот был однажды, видимо, какая-то цензура существует. Однажды мне предложили спеть на концерте в переделке на память Акуджавы, и он мне сказал, этот режиссер, что эту песню, которую я предложил ему спеть, он сказал, эту песню петь нельзя. Почему? Он мне не объяснил. Я спросил его, что у вас цензура? Он говорит, а как вы думаете? А что за песня? Как она, о чем песня? Не знаю. Вы могли бы ее спеть? Да, ничего такого там. Давайте мы тоже посмотрим. Может ли петь или нет? В этой песне нет. Может быть, там что-то пророческое есть, я не знаю. Вечереет, суббота святая, одинокая тает свеча. Листопад за окном пролетает, шелестит, как дано, то кача. Но хрустит потихоньку капустка, комментарии здесь ни к чему. Да картошечка божья закуска, как положено все по уму. Льется водочка в салать без усилий, за здоровье и за упокой. Не спасают таланты в России, от печали не лечит запой. Мелкий дождичек трогает крышу, осторожно, незрячей рукой. Убегу, пока снег не увижу, за какой-нибудь хмурой рекой. Ветерка, неумолчное пение, ломкий лист упадет невесом. Затуманится в дымке осенней Третьяковских картинок рассол. Задрожат сиротливо березки над отставшим безумным грачом. Умер век, но его отголоски нам покажут еще что почем. И баланды хлебнуть не успели, миновала нас тройка ЧК. Ну а кто мы с тобой в самом деле? Без отцовщины, дети языка. Наливай, да подстроим гитары, мы свободны, как птицы с тобой.
и мелодия песенки старой полетит, словно шар голубой. Наливай, да под струю гитары, мы свободны, как птицы с тобой. И мелодия песенки старой полетит, словно шар голубой. Ну, вообще-то есть к чему придраться, если есть цензура, скажем так. Ну, наверное. Есть такие слова, которые заставляют как бы задуматься и что-то вспомнить. Да. А вообще существует какое-то, я не знаю, ну, братство людей, которые пережили вот эти годы репрессии? Конечно. Ну, существует общество такое, мемориал. Да, это я знаю. Ну, да. Вот лично вы как бы, я не знаю, встречаетесь с кем-то, как-то общаетесь? Нет, к сожалению, я ни с кем, в общем, не встречаюсь. Ну, нет, у меня бывали концерты в обществе «Мемориал», там я туда приходил. Я знаком с Александром Юрьевичем Даниэлем, сыном Даниэля. Mm-hmm. Он мне, когда я уезжал в Германию, он мне подарил такую громадную книгу «Начальники и руководители КГБ с 30 какого-то года по 40 какой-то год», чтоб ты не забывал. Интересно. Как вы думаете, вот вы сказали, чтоб не забывал, есть такая тенденция что-то забывать? Конечно, забывает. Еще как? Он, это я специально знаю, забывает? Или это человеческое качество просто забывать? Я имею в виду, у нашего народа, мне кажется, очень короткая память. Они не помнят, да и не хотят, в общем, мне кажется, ничего помнить. Я, собственно, и писал, и пишу такие песенки, которые заставляет о чем-то задуматься и не забыть то время. Хотя я должен сказать, что к чести наших, вот, так сказать, властей, они очень много передач идет о тех временах, о культе личности. То есть вы считаете, это достаточно, да? Что, ну, сам может, народ как бы не желает? Сам народ нет, но вот линия такая, поскольку мы цивилизованная страна, Германия не забывает о том, что такое Гитлер. Они стыдятся этого. У нас в России пока что... Ну, а чем вы объясняете? Мало таких передач? Или мало об этом говорят? Или мало... Ну, вообще, мне кажется, что мало. Хотя передачи идут. И фильмы там, и в «Круге первом» фильм там, и какие-то передачи о лагерях там. Все это есть. Но народ не смотрит эти передачи. Ему... Ну, а как же воздействовать на народ, чтобы он помнил и не допустил повторения? Как вы считаете? Ну, кто его знает? Я не знаю. Как вы отнеслись к тому, что Сталин был назван чуть ли не символом России? Год назад, кажется, это, да? Да, был там такой референдум. Да, опрос был, да. Ну, как вы к этому отнеслись? Это ужасно. Ну, значит, там еще много... Есть одна половина, которая там пострадала, есть другая половина, которая... Причем эти вымерли, которые пострадали, да. А уже последующее поколение, для них Сталин это какой-то там вообще непонятно. А вам приходится иногда как-нибудь рассказывать, встречаться с кем-то, детьми? Нет, не на концертах, а я не знаю, может быть, в школе, может быть, в какой-то молодежной аудитории. Вам, конечно, когда у меня случаются вот такие встречи, там меня раньше особенно часто приглашали, и в школах я пел. Был даже организован такой цикл по школам, вот барды пели. Но это пели. Но вы в это время имеете право и возможность рассказывать о том, что вы пел, как шло ваше детство, как вы росли, потому что отца своего не видели. Конечно, как... я пел и рассказывал, и пел. И у меня есть песни на эту тему. Так что я еще сам помню, когда я там в пионерском лагере кричал: «Спасибо товарищу Сталину за арбузы». Пример полного идиотизма. Причем тут арбузы, я так и не понял. Но вот так пионер-вожатый нас заставлял кричать: «Спасибо товарищу Сталину». Вы песни такой не начинили, нет? Нет. «Товарищу Сталину за арбузы». Хорошо, хорошо. А какая тема вообще больше? Вот часто в ваших песнях слышу «снег, снег, снег». Это что, ваше любимое время года? Или это для вас символ памяти? Это холодной. И то, и другое. Поскольку я катаюсь на горных лыжах, я же все мои
экспедиции, они были в летние периоды. Я не бывал у моря там. Я уезжал в мае, а то и в апреле, а возвращался в октябре, в ноябре. Поэтому единственное, что у меня было, это горы, горные лыжи в течение многих-многих лет. Я бы хотел как бы узнать ваш секрет. Я думаю, и нашим телезрителям тоже это будет интересно. Вы прекрасно выглядите. Вы поете, вы веселый, вы как бы в хорошем таком тонусе. Вам 75 лет. Да. Это я напоминаю нашим телезрителям, да, чтобы они не подумали, что вам 50. Как вы поддерживаете? Вот я знаю, что Россия сегодня по статистике занимает одно из там нижних мест по длительности жизни, да, и так далее, и так далее. У вас есть свой секрет. Вы же питаетесь теми же продуктами. В общем, да. Вы любите выпить? Ну, как все, я выпиваю там, в общем, по праздникам, там, с друзьями. То есть не особенно? Нет, не особенно. Не скажу. Как вы считаете, какой секрет ваш, вашей бодрости, вашего... Ну, я не знаю, видимо, здоровья. Родители что-то мне оставили там, вообще, психическое... То, что отец не дожил, он отдал вам? Да. Что вы жили 120. Психическое здоровье прежде всего там. Вот я, видимо, в этом смысле я очень здоров. А отсюда все идет, именно от... Что такое? Что вы вкладываете в это слово? Психическое здоровье. Ну вот, здоровье. Несмотря на все эти годы, вот я имею в виду годы советской власти, я, собственно, каждое лето я убегал, это я называю побеги от советской власти, потому что там мы свободно дышали. В экспедиции. В экспедициях, в походах, в туристических. Тогда же повальный был туризм. Сейчас он не в такой мере, конечно, ходит. То есть вы хотите сказать, то есть вы как бы связываете походы с желанием уйти от реальной и давящей действительности? Я отдыхал просто. Я не уходил от нее. А как от нее уйдешь? От нее не уйдешь никак. Потому что вертолет с урнами, которых надо было голосовать, прилетал и в тайгу туда. Так что от советской власти трудно было скрыться. Но все равно это было полегче. Ну и потом я просто не умел на хлеб зарабатывать чем-то другим. Потому что песни, кто я не мог... Их, там, песни никогда вам не приносили заработка? Нет, вот сейчас, да, приносят. У меня вышло 11 дисков, я написал 3 книжки, которые 2 вышли. И поэтому это продается, приносит какие-то деньги? Ну, в общем, да, конечно, потихоньку. И диски, конечно, расходятся там. Это в России? В России, да. Ну, я и в Америку диски есть, в русских магазинах, наверное, и сейчас, наверное, есть мои диски здесь. Так что, в общем, жить можно. А вообще, вот гитара, она помогает вам, как бы, я знаю, настроение поднять? Конечно. Вот когда... Не только мне, но и моим друзьям. Я понимаю, я а вот лично вы от гитары получаете? Вот бывает такое, что, я не знаю, там, у вас плохое настроение, у вас депрессия, у вас бывает? Вы знаете, что такое депрессия? Да, конечно, знаю. Бывает, конечно, но очень быстро. И гитара может спасти вас? Конечно, если вы она, гитару? В общем, спасает, да. Она расслабляет? Если я напишу песенку, то мне становится, конечно, легче сразу. Я уже по-другому смотрю на мир. Да. Ну, давайте споем тогда что-нибудь потом. Да. Ну вот, пожалуй, я спою. Эта песня очень популярна. «Сей среди бродяг». В одни разлук и горестных сомнений, как нам писал из Франции Тургенев, не надо слез и горьких сожалений. Она уехала с другим купаться в Крым. Я в это время по тайге, как аллигатор, несу громадный щелочной аккумулятор, в груди молотит, словно перфоратор. Но я молчу и напеваю про себя. Белый прибой и купол неба голубой, голубой. Кто-то другой ей наливает цинандали твердой рукой. Он бутерброд ей мажет черной икрой, нежно поет. И это дивное танго. Он был простым и скромным аллопатом. Я, впрочем, путаю скорее гомеопатом, а если даже и патологоанатом, то все равно у них всех денег до хрена,
а я кукую от зарплаты до аванса. Изобретая вечно чудеса баланса, и в состоянии гипнотического транса я у окошка кассы напевал. Белый прибой и купол неба голубой-голубой, кто-то другой ей наливает муку Зани твердой рукой. Он бутерброд ей мажет красной икрой и нежно поет ей это дивное танго. Она прелестна, ей в тени не слишком жарко, на пляже млеют столивары доярки, гармя под коньяк, смакуя высшей марки, тихонько кушает протезами шашлык. Меня трясет и зуб на зуб не попадает, по вертолету только челюсти летают, а временами сознание пропадает, а в животе от голода ревет. Белый прибой и купол неба голубой-голубой, кто-то другой ей льет в бокал в базису бани твердой рукой. Он бутерброд ей мажет просто икрой и нежно поет ей это дивное танго. Зачем, зачем я не пошел в гомеопаты и не послушался ни мамы и ни папы, а узловатые мозолистые лапы не для ее покрытых солнцем плеч. Энцефалитные на мне резвятся клещи. Я не скажу, чтоб я любил такие вещи. В желудке чистая вода ритмично плещет. Это все, но я не плачу, а пою. Белый прибой и купол неба голубой-голубой, кто-то другой ей льет в бокал на парюле твердой рукой. Он бутерброд ей мажет и нежно поет и это дивное танго. Браво, браво. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас вот это давняя песня? Когда вы начали? Песня 81-го года. 81-го года. Есть понятие, вот, какое бы слово подобрать здесь? Я не хочу сказать старые, пожилые, в возрасте барды, да, и молодые барды. Да. Есть такое понятие? Ну, наверное, есть, конечно, я думаю, что есть. Вот вы чувствуете, вы понимаете молодых бардов? Вот вам нравятся те песни, которые сегодня сочиняют и сегодня поют молодежь? Ну, очень редко. Редко почему? Ну, я не знаю. Как-то они не задевают, пускай, не задевают вашу душу? Очень редко. Ну, смотря какие. Вот, там, скажем, между 40 и 50 это еще там есть барды, которые, песни которых мне нравятся. Те, которые моложе, в значительной мере меньше мне нравятся, потому что они уже другие. Я не знаю, то в чем дело. Что они другие? Они другие стихи пишут, у них другие идеалы, у них там редко меня трогают. Хотя иногда есть молодые барды, которые трогают меня. А если мы возьмем географию? Америка, Израиль, Россия, Канада. Германия, Канада. Да. Ну, вы больше знаете стран, где вы бывали на фестивалях. Везде ведь проводятся бардовские фестивали. Конечно. Вас приглашают, вы поете и сами слушаете. Да, я слушаю, Вы чувствуете разницу, что вот сегодня вы в Америке или завтра вы в Израиле. Да. Есть такое ощущение, что публика разная, поет по-разному, о разном? Есть. Такое ощущение есть. Но дело в том, что публика, которая здесь, в Америке, она помнит нас еще тех. Она это ностальгией вы называете? Видимо, да, существует такое явление, как ностальгия. То есть вас приглашают и вас хотят слушать те, кто когда-то вас слышал? Да, конечно, большей части. Но уже даже их дети есть, которые хорошо воспитаны на авторской песне, да, и они слушают тоже. Хотя они уже есть многие другие совершенно, они слушают другую музыку,
интересуются другой поэзией, там, они знают уже английский язык, и у них все по-другому. А вот у вас в руках гитара, вы поете всю жизнь с гитарой, гитара. Как вы воспринимаете вот все эти гитарные ансамбли, гитары на эстраде? Вам никогда не хотелось играть на эстраде? Нет, с гитарой быть, вот там, рок какой-нибудь современный? Что-нибудь? Нет, никогда. Это не ваше. Будьте здоровы. Ничего. Спасибо. Никогда, да? Интересно. Хорошо. А что бы вы считали такое, чтобы, я не знаю, какие песни больше всего вот любят молодежь? Современная, ваша, из вашего репертуара? Ну, молодежь, она разная бывает. Вот та, которая мне близка, та, которая по-прежнему ходит в походы, там, ведет совершенно другой образ жизни, ходит в горы, там, или катается на горных лыжах. Эти, конечно, меня понимают и любят. Но есть молодежь другая, городская совершенно, они поют совершенно другие песни, у них другие кумиры, там, не те, не Акуджава даже, не Визбор, не Высоцкий. Хорошо, давайте споем, послушаем что-нибудь такое. У нас еще есть время. Я слышал песню у вас, вот откуда течет река, да? Начинается река. Начинается, да. Река. Ну, это, конечно. Откуда начинается река? Как возникает первая строка, когда перо берет твоя рука и пишет слово. Тогда, когда дорога нелегка, когда бегут по небу облака, звезда мерцает в чаше родника, ты счастлив снова. Я жадным не был в жизни никогда, друзьями беден не был никогда, а годы, как веселая вода, бегут сквозь руки. Но если жизнь мне повторить опять, я ничего не стану в ней менять, ни одного мгновения, ни дня, ни горечь, ни разлуки. Я снова бы бродяжил по стране, когда снежок растает по весне, и так же мало нужно было б мне, совсем немного. Я песни пел бы тем, кого любил, и воду из ручьев хрустальных пил, а радости терял и находил на всех дорогах. Кораблики ныряют по волне, бегут по речке Северной Двине, и детская рука протянет мне листочек белый. Я напишу на память по строке друзьям моим в далеком далеке, и уплывет кораблик по реке, как будто небо. Это ваша программная песня? Кредо, да. Ну, в общем, да, наверное. Когда спрашивают, как вот рождаются песни, почему вы пишете, я часто пою просто эту песенку. А у вас есть любимая песня не ваша, а чья-то? Ну, трудно, конечно, я люблю песни Акуджавы и Визбора. То есть вы не можете выделить какую-то одну песню, которая вот... Нет, ну есть вас... песни, конечно, которые я люблю иногда, и пою их в компании, там... Иногда... То есть вы поете иногда чужие иногда песни, иногда пою, когда под настроение, там. Я очень люблю, там, песню Акуджавы, там, про новогоднюю ель, или там по Смоленской дороге. Или Визбор. Визбор очень близок мне, например. Вы были знакомы с ним, да? Мы были с ним знакомы, катались на лыжах там, в Донбайе, да, конечно. Его песни мне тоже близки многие. Да.
Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Мне бы хотелось пожелать вам, чтобы вы еще написали много песен. Да, эта песня, она такая, вот последняя песня, которую вы спели, она такая философская, она как бы подразумевает, что все-таки вы еще многое должны сделать. Ну, скажите, я надеюсь. У вас есть какие-то планы, вот у нас есть минута, чтобы успеть этот план с вами разобрать, насколько он реальный. Вы что-то собираетесь делать, вот, строите планы? Нет, вы живете, я не строил. Как живется? Я, собственно, и никогда не строил планов. Особенно при советской власти их было строить невозможно. А сейчас я уже, у меня возраст такой, что я не строю планы. А просто живу и счастлив от этого, что я могу петь, могу путешествовать. Вот это все, что у меня есть на данный момент. Ну, наверное, это самое приятное. Конечно. Конечно. Встречаюсь с друзьями, я им пою. Они очень замечательно умеют слушать. И для меня это очень большое счастье. Это самое важное. Ну что ж, я желаю вам, чтобы побольше песен, побольше встреч, побольше, я не знаю, хороших таких путешествий, которые вы сделали и в Америку. И большое спасибо за то, что вы сегодня пришли к нам в студию. Спасибо вам. И, уважаемые телезрители, как всегда, я признателен за то, что вы провели этот час. Прежде всего, я напомню, что это был у нас Турьянский Владимир, классик бардовской песни России. И вел передачу для вас Борис Тенцер. До новых встреч. По понедельникам. В районе юго-запада. Ну а в Пекине, где проблема автомобильных пробок стоит не менее остро, чем в Москве, похоже, нашли способ разгрузить загруженные магистрали. Китайские конструкторы разработали принципиально новый пассажирский автобус. Он сможет проехать в буквальном смысле слова сквозь пробки и при этом никак не помешает проезжающим мимо автомобилям. Нашему Сапкору в Китае Дмитрию Собиеву продемонстрировали эксперимент в действии. Эта идея возникла от отчаяния. Пробки на улицах китайских городов за последние годы становятся все больше. И специалисты предсказывают падение средней скорости движения транспорта до 15 км в час, если не принять радикальных мер. Но что может спасти Китай с его гигантским населением и беспрецедентными темпами урбанизации? Только суперавтобус считают в одной из проектных фирм Шэньчжэня. Он скорее напоминает двухэтажный трамвай, только вместо первого этажа нечто вроде тоннеля. Ширина машины две полосы, то есть под днищем смогут проезжать другие автомобили. А вместительный салон рассчитан на 1500 пассажиров. Автобус будет ездить либо по рельсам, либо по нарисованным для дороги линиям по системе автопилот. Изобретенный в Шэньчжэне суперавтобус заинтересовал покупателей в Пекине. По количеству дорожных заторов китайской столицей может поспорить разве что Мехико. Пекинские пригороды давно задыхаются от пробок, а потому с воплощением этой идеи в жизнь решили не тянуть. При помощи автобуса мы сможем снизить количество заторов на дороге на 25-30%. В ближайшие месяцы будет изготовлен опытный образец, а в случае, если испытания пройдут успешно, первые суперавтобусы начнут регулярно курсировать в Пекине во второй половине будущего года. Шэньчжэньские изобретатели тем временем занимаются новым проектом – экологически чистые электроавтобусы на солнечной энергии. Поможет ли все это разгрузить пекинские дороги? Как бы там ни было, экспериментировать нужно, ведь хуже, считают авторы проекта, быть уже не должно. Дмитрий Собиев, Борис Агапов, Пекинское бюро вестей. Известный британский певец Джордж Майкл 8 недель проведет в тюрьме. Суд признал поп-звезду виновным в вождении автомобиля под воздействием наркотиков.
47-летнего Майкла задержали еще в начале июля, когда он на своей машине врезался в здание лондонского фотомагазина. Позже певца отпустили под залог, и хотя Майкл активно содействовал следствию, избежать тюремного заключения ему не удалось. Дело в том, что это уже не первый такой случай. Ранее певца уже приговаривали к общественным работам и на 2 года лишали водительских прав. Однако, по признанию самого Майкла, справиться с наркотической зависимостью он так и не смог. И даже извинился за эту